Моя беспокойная душа. Разве может быть она довольна? Как скажете, мистер Кэпфелл. Твои глаза как огнеметы. Ты дышишь, как запыхавшийся сеттер. Твои нежные ушки похожи на челюсти мухоловки. Твое выпуклое лоно похоже на равнины Аргентины. Равнины Аргентины? И это напомнило мне, что я должен идти. Ты что? Каждые 45 минут в мире открывают одну банку тунца. Я вернусь раньше, чем ты успеешь наполнить кастрюлю. Ты спятил, если думаешь, что сможешь уйти, ничего не объяснив. Скажи мне, в чем дело, и можешь катиться. Господи, я мерзавец. Как насчет ужина? Я готовлю ядовитых моллюсков. Я не забрал свои вещи из прачечной. Может, их уже продали? Нет. Но я забыла сказать тебе, что продала дом со всей обстановкой, включая полное собрание сочинений Шекспира с иллюстрациями Рокула Кента. А мы с Самантой в 7 часов улетаем в Рио к моему новому бразильскому любовнику. Я вас догоню. Ты все проверил? Ты съездил в судебный архив? Из, разумеется, я туда съездил. Ничего нет. Здание суда тоже принадлежит бару. Значит, мы не знаем наверняка. Нет, знаем. Мне рассказал это Мануэль, отец Рауля. Да, но ты напоил его, чтобы получить информацию. Я убеждена, под давлением люди не всегда говорят правду. Хорошо. Но зачем Мануэля обманывать меня? Ведь он рисковал, что Роберт Барр обо всем пронюхает. Рафаэль, я верю многому о Роберте Барре, но чтобы он был убийцей... Ты веришь, что Роберт Барр сбежал из тюрьмы Сан-Себастьяна? И, возможно, Круз уже выяснил, почему. И если Роберт Барр не хочет снова оказаться в тюрьме, ему придется убить Круза. Но он же его не убил. Мы этого не знаем. Хант исчез. Роберт сказал, он не появится, пока я... Пока что? Пока что? Пока ты не вспомнишь, что он хочет, чтобы ты вспомнила. Но ты еще не вспомнила, верно? Иден, разве ты не видишь, он надеется, что в отчаянии ты убедишь себя в том, что вспомнила что-то, что Роберт Барр сможет использовать, чтобы оправдаться? Только подумай, ты же идеальный свидетель. И когда тебя спросят, сама ли ты вспомнила, ты ответишь, да, сама. Если все именно так, то ему выгодно, чтобы Круз был жив, и он получит то, чего добивается. Тогда Тольятти встает и послушай это. Он пришел в платье прямо в зал суда. Не знаю, над чем я смеюсь, потому что тонул вывел меня из зала. Я узнал все из старых рук. Думаю, ему было не очень-то кайфово. В чем дело? Ты не голоден? Не то, чтобы я был не голоден. Просто мне невыносима даже мысль о том, чтобы опять есть это жирное дерьмо. А чего ты хочешь, бифштекс? Кажется, я тебя понимаю. Значит, с Мейсоном все в порядке. Он не пострадал? Нет. Забавная штука. Самолет упал примерно в 3 милях отсюда. Представляешь себе? Там были поисковые группы? Да, а нас не заметили. Одну из них возглавляла твоя жена. Черт. У нас гость. Проходи, приятель. Я вам оставил там одеяло, чтобы вы совсем не замерзли. Погляди-ка, настоящая жратва. И выпивка. Одна бутылка, больше не получите. На всякий пожарный, так? Как ведет себя наш узник? Он довольно спокойный. Думаю, он анализирует свои ошибки. Верно. Похоже, я совершил серьезную ошибку. Я не прислушался к тому, что подсказывала мне интуиция, Роберт. Мне надо было сразу же выпустить тебе кишки и бросить их воронью. А сейчас, похоже, мне придется удовольствоваться тем, что ты всю жизнь будешь гнить за решеткой. Как тебе это? Ладно, я ошибался. Насколько неблагодарен может быть человек? Знаешь, какой богатый у тебя выбор? Я и запах конского навоза?
Или деревянный ящик. Не говори мне о выборе, идиот. Оставь его, Крейг. Почему? По-моему, вам обоим надо дать пинка под зад. Посмотри на эту штуку, Бобби. Она не работает. Сколько еще, по-твоему, мы сможем держать его здесь, прежде чем он окончательно спятит? Когда он выйдет отсюда, то поймет, почему это было необходимо. Я уже это понял, Бобби. Отлично. Тогда просвети меня. Твоему боссу очень не хочется отбывать наказание за убийство Рауля Мондрагона. Да кто, черт возьми, этот парень, а? Имя как у букмекера. Да какая разница, кто он? Вы двое изо всех сил пытаетесь перехитрить друг друга, чтобы завоевать женщину, которая изо всех сил пытается вспомнить неизвестно что. А возможно, она вообще не заинтересована в том, чтобы вспоминать, как звали этого парня, имя которого я постоянно забываю, хотя вроде бы не страдаю амнезией. Она вспомнит. Когда? Ведь она в состоянии думать только о возвращении мужа. И поверь мне, она наплетет тебе все, что угодно, если только это поможет ей вернуть его. Беру свои слова обратно. Ты не идиот. У тебя есть идеи получше? Спасибо, что спросил. Да, есть. Мы его убьем. Это нужно было сделать с самого начала. Но ты не хочешь. Отлично. Вообще-то я тоже не хочу этого делать. Это то же самое, что убить свою собаку. Но подумай. Он ведь легавый. Он может снова открыть дело. И если существуют какие-то улики, он может их найти. Заключи с ним сделку. Я не заключу сделку с мешком дерьма, даже если от этого зависит моя жизнь. Это так. Пошел ты. Великолепно, ты сам все испортил, трепач. Я свяжусь с тобой. Не теряй головы, Крейг. Иден, нет. Я знаю, что делаю. Даже если твой план сработает, нет никаких гарантий, что они отпустят Круза. Я хочу, чтобы он убедился, Круз не представляет собой угрозы. Ладно. Предположим, он пытается убить сразу двух зайцев. Защитить себя и убрать Круза с дороги. Допустим, он даже сможет найти оправдание для своих действий. Мы должны позвонить в полицию. Его арестуют, у нас есть для него информация. Мы не можем этого сделать, нам надо заключить сделку с Хантом. Он не так постоянен, как Роберт. Роберт держит Круза бог знает где, а Хант сразу убил бы его. Войдите. Привет, Эден, привет. Где ты пропадал и что с Крузом? Он тоже вернулся? Его нет. Ладно, а где он? Не знаю. Спроси своего друга Роберта Барра. Иден, прошу тебя. Он мой сын. И брат Круза. Да, правильно. Мы с Барром так близки, что он держит меня вместо прислуги. Здесь происходит что-то, о чем я не должен знать. Неужели ты думаешь, что он бы поставил под угрозу жизнь Круза? Он может помочь. Хорошо. Если он поможет найти Круза, мне все равно, кому он продал душу. Да. Нет, я знаю. Да. Нет, я понимаю, что уже поздно. Но сколько красных у вас осталось? Что вы здесь делаете? Правда? Их очень любит моя жена. Ваша тоже? Нет. Я звонил не по межгороду. Как вы сюда попали? Я сказал вашему дворецкому или вышибали, что я тонула. Только поэтому из меня не сделали отбивную. У вас это очень вкусный закусон, но... Что вам нужно? Я не солгал. Я заезжал к мистеру Тоннеллу после слушания. Должно быть, вы оба отлично развлеклись. Осмелюсь сказать, мистер Барр, что теперь я знаю, почему вы здесь. Например, что захват был нужен, чтобы замаскировать незаконные операции. Я пока не знаю деталей, но мне известно, что их от вас тщательно скрывали. Поэтому я не виню вас в тех испытаниях, через которые пришлось пройти моей жене.
Возможно, вы думаете, что я блефую. Или считаете, что я поступаю опрометчиво, говоря вам об этом. Блефую или нет? Блеф. Если кто-то еще спросит меня об этом, я буду все отрицать. Но я откровенен с вами, потому что, когда козни Тоннелла раскроются, все поймут, что вы были заодно. Вряд ли такому крупному предпринимателю годится связывать свою судьбу с таким типом, как Энтони Тоннелл. Поэтому у меня есть предложение. Раздел 3, параграф 19 вашего соглашения позволяет вам аннулировать захват в течение 120 дней и отозвать свой вклад и другое имущество, если его стоимость не превышает 4% от покупной цены. Но это в том случае, если вы предъявите доказательство, что мы намеренно завысили цену. Дайте мне 24 часа, и такие доказательства у вас будут. Вы сможете выпутаться, вернете нам компанию и спасете свою репутацию. В противном случае вы будете уничтожены. Это я вам обещаю. Я ценю вашу заботу, но вынужден отказаться. Ну что ж, тогда вы сами роете себе могилу. Все может быть. Вы влюблены в мою сестру? А какое отношение это имеет к разделу 3, параграфу 19? Никакого. Но если ответ положительный, вам придется очень постараться, чтобы защитить себя. Одно меня успокаивает. Вы не так умны, как я думал. Спасибо за гостеприимство. Если это меня, примите сообщение. Алло. Роберт, мне надо увидеть тебя. Эйден? Да, по поводу того, что произошло однажды ночью, я видела ужасный сон. Мы не могли бы встретиться на яхте? Хорошо, я приеду. Сколько времени тебе понадобится? Довольно много, чтобы сделать все как следует. Ладно, в 9 часов устроит? 9 часов отлично. Не нравится мне это. А если ты захочешь уйти, а он тебе не позволит? Не беспокойся обо мне, не падай духом. Я сделаю то, что нужно. Эйден, будь поубедительней. Я знаю, как это сделать. Выпей, приятель. А я воздержусь. Ты начинаешь новую жизнь? Как это? Нельзя винить человека за его пристрастие. Попробуй. Нет, нет, нет. Ты же видел, какой я под мухой. Подумаешь, большое дело. Я помню, как ты напоил меня до потери сознания. Тебе это как слону дробина. Как правило, это так. Но я не пил последние 2 недели и не знаю, как выпивка подействует на меня сейчас. Здорово сказано. Тогда плесни мне. Может, мне тоже потом захочется. Посмотрим журнальчик. Что у нас здесь? Так. Диета Лиз Тейлор. Знаешь, я уже видел такое. Гамбургеры, которые ты давал мне на ланч, более легкой пищи, чем это. Может, сразимся в картишке? Как насчет покера? Карты? Приятель, не забывай, что я из Вегаса. Меня не вдохновляет игра на спички. Ты понимаешь? Да, но я забыл прихватить свою чековую книжку, поэтому давай раскинем картишки, и победивший делает глоток из бутылки. Не против? Это может быть интересно. Знаешь, мне будет трудновато сдавать карты одной рукой. Я сдам за тебя. Мне 2. Сдающему тоже 2. Я выиграл. Тебе просто повезло. Эй, оставь меня немного, а? Не волнуйся, я дам тебе понюхать пустую бутылку. Не дуй на карты, приятель. Сейчас ты сдаешь за меня. Черт.
Ну, мне три. Сдающему тоже три. Две девятки. Сладость победы. Очень мило с твоей стороны. Мейсон сказал, как надолго уходит? Да, на несколько минут. Когда это было? 2 часа назад. Доставка для миссис Джулии Кэпвелл. Джулия, они замечательные. Может, это от Мейсона? Здесь нет карточки. Куда их поставить? Камин будет в самый раз. Камин. В газете писали, что сегодня будет прохладно. Верно. Думаешь, нам лучше уйти? Надеюсь, ты не похож на Мейсона. Но цветы ведь прекрасные. Выглядит очень аппетитно. Банни включил духовку, чтобы они не остыли. Фольгу оставить или снять? Поставь одну в духовку, вторую можно подогреть в камине. Кто-нибудь хочет выпить? По-моему, это превосходная мысль. Я, пожалуй, выпью. Кто-нибудь еще? Ты заказала пиццу? Зачем мне заказывать пиццу, если здесь столько всего вкусного? Оставлю ее в холодильник. По-моему, лучше бросить в камин. Это его первый вечер дома, а он заказывает пиццу. Да, у Мейсона странное чувство юмора. Надеюсь, ты будешь более внимательным. Может, у него какое-то важное дело? Джулия, я знаю, о чем ты думаешь. Я не думаю. Зачем мне думать? Белужий икра на льду. В камин? Только не икру. Ей я найду применение. Это то новое платье? Оно тебе очень идет. Да, я получила его за работу на прошлой неделе. Я всегда мечтала о женщине, которая могла бы позаботиться о себе и обо мне. Не жди, что так будет всегда. Тебе придется самому научиться заботиться о себе. Джулия, Мейсон не сказал, где он был? Не знаю. Я включу музыку. Нет, я имею в виду не сегодня, а раньше. Я не знаю. Но ведь он спас положение. Я могла бы подать апелляцию. Все готово. Думаю, нам лучше уйти. Посмотрим, что здесь. Что это? Почему бы тебе не открыть? Не тикает? Я открою. Я не могу прочитать без очков. Дай мне взглянуть, мне не нужны очки. Кое-что совершенно особенное для тебя. Теперь мы знаем, что он голоден. В камин, Джулия? Что в коробке? Брэндон, дорогой, пожалуйста, отнеси это на кухню и положи в собачью миску. Нет, это сделаю я. Разве ты не пойдешь домой, Билл Бейли? Она проплакала всю ночь. Я приготовлю ужин, милая. Я заплачу за дом. Я знаю, что обидел тебя. Помнишь тот дождливый вечер? Я выгнал тебя из дома с одной зубной щеткой, а ты была лысой. Я знаю, что виноват, но мне не стыдно. Билл Бейли, пожалуйста, не ходи домой. Да. Дорогой? Да. Пицца уже совсем остыла. Рик, заходи. Где телефон? Вон там.
Давай отодвинем стол. Тихо, нас могут услышать. Тихо. Осторожно, лампа. Хорошо. Посвети мне сюда. Хорошо, вот сюда. Вот так. Рик. Да? Где ты этому научился? А где ты научился открывать замки без ключа? Это был фокус. Да? Это тоже фокус. Что это? Все в порядке. Который час? Еще рано. Сынок. Иден не имела в виду ничего плохого. Я знаю. Я уже забыл об этом. Теперь я понимаю, почему так важно, чтобы я вспомнила ту последнюю ночь. Почему? Скажи мне. В ту ночь умер Рауль. Значит, ты понимаешь, почему это важно? Думаю, да. Расскажи мне о своем сне. Он был какой-то запутанный. Рауль лежал там. Где? Здесь, в каюте. Да. А наверху продолжалась вечеринка. А Рауль лежал там. Он был весь в крови. Да, верно. Ножевая рана? Нет. Рана была другая. Расскажи, как это случилось. Мы с тобой были вместе. Потом ты вышел подготовить лодку, мы с тобой собирались уплыть. Потом пришел Рауль. А вслед за ним ты. Это был не я. Нет, это был не ты. Это был мужчина или женщина? Мужчина. Я спряталась, я очень испугалась. А он убил его. Он убил его у меня на глазах. Ты еще не все вспомнила. Я не могу. Не могу находиться здесь. Ладно, я отвезу тебя домой. Нет. Возьми меня с собой. Что за черт? Это не флэш, придурок. Ну, это почти флэш. А что у тебя? Ничего. Я все равно бью твою карту. Эй, дай мне отыграться. Я чувствую, удача ко мне вернется. Да ты все вылокал. Что ты наделал, приятель? Удача от тебя отвернулась. Мне еще не доводилось видеть более невезучего человека. Во-первых, мы с тобой связаны одной веревочкой. В следующий раз попроси Бара принести тебе зубной эликсир. Во-вторых, Бар с твоей женой. Значит, скоро удача отвернется от него. В-третьих, ты не умеешь играть в карты. А это трагедия, мой друг. Я знаю. На что будем играть теперь? Как насчет ключа от наручников? Отлично. Мне надоело сдавать. Как насчет блэкджека или питча? Умеешь питч? Это отличная игра. Я не играл в нее вдвоем. Питч. Я выбираю питч. Что я делаю? Я не хотел этого делать. Чего? Этого. Какая разница? Ты же не за рулем. Не знаю. Роберт Барр не пьет. Никогда. Иногда это создает проблемы. Я давал себе обещание. Тебе же надо было хоть что-то пообещать. Да, проблемы есть у всех, кроме Барра. Может, перекусим? Как насчет попкорна? Тебе надо быть более строгим с собой, Крейг. Знаешь, как говорят, если не откажешься от бутылки, она доведет тебя до беды. Всем спокойной ночи. До встречи. Пока. Банни, спасибо за ужин. Пока, Келли.
Где ты, мой лютик? Отлично. Ты голоден. Ешь. А ты разве не будешь? Нет, я предпочитаю не есть перед сном. Милая, спать еще рано. Это ты так считаешь? Я мало спала прошлой ночью, потому что мои соседи колотили своими оловянными кружками по решетке. Но не отвлекайся. А оно все слиплось. Неужели? Вот забавно. Полтора часа назад все было нормально. Вот что я скажу. Ты всегда можешь есть на ужин это, или икру, или лайм. Я давала это Ренквисту, он не стал есть. В следующий раз я проверю, мясной ли у них запах. Мейсон, дорогой, что в Риме? Не похожего на западную цивилизацию, множество великолепных статуй и сумасшедших католиков. Почему ты уехал туда? В последний раз мы выследили тебя там. Ты правда искала меня? На тебя это не похоже. Не я. Я говорю о Теде. О, Тед. Тед доставил мне много хлопот. Какая досада. Что он сказал? Я его не видел. Тогда как он доставил тебе много хлопот? Наступая мне на пятки. Хотя я слышал, что он хорошо проводит время и не хочет возвращаться. Ты не собираешься мне ничего говорить? Я люблю тебя. И ужасно скучал. Я имела в виду не это. Ладно, я спрошу твоего отца. О, Господи! Это должно быть шампанское баня. Не пойму, что это на меня нашло. Дорогая, разве события этой недели не показали тебе, как опасно слишком много знать? Почему ты не доверился отцу? Он защищает себя, а мое дело — защитить тебя. А кто защитит меня от тебя? Убережет от страданий на протяжении 4 месяцев. Я требую объяснить, почему ты нас бросил. Я не хочу знать государственные тайны. Не прошу дать мне расписание твоих встреч за последние 90 дней. Я не буду рыться в обломках твоего самолета, чтобы проверить, не было ли на твоей рубашке губной помады. Хотя бы наврал что-нибудь ради приличия. Но это была бы неправда. Верно. Блюди свою нравственность. Спокойной ночи. Джулия, ты не оставишь меня спать одного после всего. Разве я не могу этого сделать? Вот! Пусть тебе приснюсь я. Здесь немного прохладно. Вот твой бренди. Спасибо. Как ты? Я знаю, это тяжело. Ты не думаешь, что можно сделать перерыв? Извини, я доставил тебе столько неприятностей, но еще больше я доставил себе. Из-за Тоннелла? Да нет, он меня не волнует. Хотя, возможно, должен бы. Я уверен, то, что я делаю, необходимо. Но это также означает, что ты никогда не будешь со мной и будешь права. Но желание трудно подавить. И воспоминания тоже. Но они дорого нам обходятся. Возможно, мне следовало быть более осторожным, но я не смог. Я знаю, ты любишь меня. Мне просто не нравится то, как ты это делаешь. Ты всегда хотела, чтобы все было по-твоему? Ты не должна выбирать. Ты не возьмешь трубку? Пусть звонит. Их нет на террасе. Они могли выйти из дома? Я бы их увидел. Тогда почему они не отвечают?
Не нравится мне все это. Послушай, может, что-то с кабелем? Ты уверен, что телефон работает? Работает, папа. Я уверен, должен работать. Проверь. Видишь? Я не понимаю. Уже 10:00. Что-то случилось. Думаю, надо пойти увезти оттуда Иден. Погоди, папа, послушай. Иден сказала, что справится с ним. Давай поверим ей на слово и дадим еще 10 минут. Хорошо, 10 минут. Если он будет звонить кому-нибудь, то попадет сюда? Да, полагаю, мне придется ответить голосом Ханта. Надеюсь, он позвонит ему. Это слишком рискованно. Набирай. Давай. А если у них есть какой-то секретный сигнал, знаешь, может, он должен ответить только на третий раз? Что? Черт. Ему звонит кто-то еще. Они очень настойчивы. Да, настойчиво. Наверное, мне лучше ответить. Извини. Алло. Теперь мы знаем, что он там. Бобби, это я. Крейг. О, нет. Да, кое-что произошло, но я думаю, ничего страшного. Еще никто не знает, что он сбежал. Я никому не звонил. Поэтому у нас еще есть шанс. Бобби. Бобби. А я еду. Кое-что произошло, и мне нужно уладить это немедленно. Извини, что не смогу проводить тебя, но... Все нормально. Машины нет. Она, наверное, поехала за баром. Как она могла сделать такую глупость? Она подумала, что звонил я, и считает, что мы тоже сели ему на хвост. Теперь мы знаем, что Круз сбежал. Он один может знать, куда они направляются, а если это так, то он их и найдет. Идем. Нет. Нет. Нет, я не скажу. Делайте со мной, что хотите. Только не трогайте Джулию. Мейсон, проснись. О, извини. Мне снился сон. Я что-нибудь говорил? Нет, ни слова. Мне снилось... Нет, я не должен говорить. Хорошо, я иду спать. Джули, они пытали меня. Они держали меня в заперти и пытали. Правда? Это ужасно. Они держали меня в кандалах. Кандалы на руках и на ногах. Они пригрозили, что если я не расскажу то, что им нужно, то они убьют тебя. Боже мой! Что они хотели знать? Это было ужасно, но им не удалось сломить меня. Почему же они меня не убили? Ну, я кое-что придумал. Сказал им то, что они хотели услышать. Ты поступил очень мудро, дорогой. Не хочется признаваться, но ты на верном пути. У меня еще не было возможности подарить тебе что-нибудь стоящее. А я забыла развести огонь. Спасибо. Три старинных письма, адресованные какому-то Фредерику. О, Господи. Боже мой. Это письма Жорж Санд к Шопену. Это подлинники.
Тебе нравится? Ты их украл? Не говори мне. Я купил их на аукционе в Париже. А что ты делал в Париже? Искал для тебя подарок. Я не в состоянии даже думать, когда тебя нет рядом. Я проклинаю себя за то, что я всего лишь слабая женщина. Что это за слово? Аспира... По-моему, это значит пылесос. Нет, не то. Женщина, которой не нужны ни величие, ни слава, ни красота, ничего, кроме обыкновенного счастья. Возвращайся, и я один день буду тебя ненавидеть и любить всю жизнь. Я рада, что все закончилось. Моя Пенелопа. Подожди. Ты думаешь, я верно ждала тебя за прялкой? А что, тебя осаждали похотливые поклонники? Ну, был один. И ты сказала ему: «Изыди, сатана». Нет, я взяла его на работу. Это тот тупица, что защищал тебя? Он не тупица. А как насчет тебя? Тебя осаждали похотливые женщины с иностранным акцентом и именем Кармелита? Ну, была одна. Я так и знала. Я сказала: «Оставь меня, Кармелита». Но она поняла все наоборот. Мне пришлось нанять переводчика, чтобы выпутаться. Тебе пришлось туго. Но она успела научить тебя выражать свои чувства на ее языке? Зачем? Разве меня надо было чему-то учить? Возможно. Я что, очень изменился? Не могу сказать. Мы давно не виделись. Возможно, только твои волосы. Он надул меня. Заговорил меня. Прикинулся другом. Зря я принес бутылку. Полагаю, ты не видел, куда он пошел? Может, он не нашел машину? Я хорошо спрятал ее за кустами. Убирайся. И без него не возвращайся. Ренфилд, мне нужен вертолет с пилотом немедленно. Ты знаешь, где я. Машины нет, но посмотри, кого я нашел. Отпусти. Большое спасибо. Оставь нас. Круз сбежал? Идиот. Вообще-то он должен быть мертв. О чем ты? И когда Тоннелл узнает, что я отменил его приказ, так и будет. Время выбрало невеликолепно. Еще час, и ты могла бы все вспомнить. Что ты убил Рауля Мандрагона? Ну, ты знаешь, что все было не так. Я знаю, как все было. Ты грубо с ним обращался, потому что он был любопытным. Кто знает, может, ты выбросил его за борт или свернул ему шею. Ты что-то сделал. Потому что все закончилось, я позволила папе увести меня. Ты говорила, что вспомнила кого-то еще. Я лгала. Не смотри так удивленно, Роберт. Я бы сказала все, что угодно, лишь бы ты отпустил Круза. Нет. Нет? Нет, это было так реально. Нет. Ты так долго лгал себе и о себе, что перестал замечать разницу между правдой и ложью. Идем со мной. Нет. Да. Ты у меня в долгу. Я много раз платил за тебя. И вы позволили ей поехать за баром одной? Мы ничего не могли поделать. Не могу поверить, что вы так с ней поступили. Круз, погоди минуту. Тогда это казалось отличной идеей. Кроме того, мы даже не знали, жив ты или нет. Круз, послушай, мы не ждем твоего одобрения. Мы сделали то, что сделали, не ищем себе оправдания. Дело в том, что бар сейчас с ней. Что нам делать? Ничего, я сам за ней поеду. Авторы сценария: Бриджит Добсон, Джером Добсон.
режиссер Денис Штейнмец. Роли озвучивали актеры Александра Кожевникова, Татьяна Иванова, Галина Чигинская, Елена Ставрогина, Борис Тетерин, Валерий Захарев, Олег Куликович и Станислав Концевич. Над фильмом работали Марина Андошская, Владимир Карцев и Алексей Чумаков. Сериал «Санта-Барбара» подготовлен к показу российской государственной телекомпании «Русское видео» на технической базе киностудии «Ленфильм» Санкт-Петербург.